Череповецкий металлургический комбинат. Постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о развертывании всесоюзного социалистического соревнования в третьем решающем году пятилетки встретило горячий отклик у сталеваров и доменщиков этого крупнейшего в стране предприятия. Здесь сокращаются сроки плавок, улучшается качество чугуна и стали. Недавно четвертая домна комбината достигла проектной мощности, и вот еще одна победа, рассказывает мастер печи Валерий Нетронин. Сегодня взят новый рубеж. Идет 2-миллионная тонна чугуна с начала года. Впервые в практике доменного производства достигнута такая производительность. К концу 1972 года проектная мощность будет перекрыта на 13%. В 1973 году, решающем году 9-й пятилетки, перед нами стоит более напряженная задача – подойти к рубежу 6 тысяч тонн чугуна в сутки. И череповецкие доменщики приложат все силы, чтобы справиться с честью, с новым заданием Родины.